А в каком состоянии больницы? А лекарства купить можно? Любое лекарство, какое врач выпишет или врач на бумажке выписывает, потому что на рецепты выписать нельзя. Вы не знаете, в какой вы стране живете? Вы не знаете, какие у вас дороги? Ни разу не посмотрели ни одного фильма Навального? Врет, поклеп проводит? Не видели виллы богатые? Не работали ни на одной из них? Ребята, вас выгнали сюда гнать и бить москвичей. За что? За то, что у нас крадут нашу медицину и тратят все на благоустройство. Вот этот забор перекладывали, бордюр перекладывали раз 10, наверное, уже. Мы это любим, нам это нравится. Мы не медицину хотим. Мы не образование хотим своим детям. У нас что-то другое, не такое, как у вас. Я по счету сбилась, сколько раз у меня в районе дергали цветы и меняли клумбы. У меня в районе фруктовый сад был старый, в этом году обнаружила. Вычистили весь, постелили зеленые газоны, включили красиво-красиво. А потом бац и не горит, освещение не горит уже 2 недели. Что случилось? Красоту навели, отчитались, сдали. Недостаточно? Попилили, ребята. Все попилили, у нас страну попилили. Мы поэтому вышли сюда. У нас попилили страну. У нас ее украли.